Участники конкурса «Строя и песни» только готовятся к службе в армии. А вот герои нашего следующего сюжета уже отправились выполнять свой воинский долг. На территории автошколы ДОСААФ прошел день призывника. Подробности в следующем материале выпуска. На плацу автошколы ДОСААФ состоялась ежегодная традиционная акция «День призывника». В торжественной обстановке под звуки государственного гимна Российской Федерации и Краснодарского края прошла встреча призывников, учащихся учебных заведений с представителями администрации, общественности и военно-патриотических организаций района. Служить Родине – это, мне кажется, что дело чести каждого законопослушного и достойного гражданина своей страны, пусть в рядах вооруженных сил или на какой-то другой иной службе. Главное быть патриотом, главное любить свою родину, малую родину, наш город, Славянский район. Собственно, к этому мы и стремимся. Всего вам доброго, чтобы служба была не тяжелой, легкой, чтобы все было хорошо. Главное, чтобы вы через положенный срок вернулись живыми, здоровыми, на радость нам, на радость, в первую очередь, наверное, родным и близким, в добрый путь. Для молодых защитников Отечества это важное событие. Им предстоит пройти еще один этап школы жизни, в котором нужно показать, какие сильные духом, твердые характером и надежные в дружбе ребята отправляются служить из Славянского района. Всего этой весной отправить на службу вооруженные силы России планируется 130 славянских ребят. Один из них – студент сельскохозяйственного техникума Иван Шубин. В конце июня ему предстоит защитить диплом, а после – армия и служение Отечеству. Я хочу служить в армии именно в рядах войск ВДВ. Там служат смелые ребята, отважные. Тот, кто совершил прыжок, тот считается мужчиной. Я считаю, каждому служить в армии, пускай не в ВДВ, но в любых родах войск. В завершении праздника будущие защитники Отечества получили памятные подарки. К поздравительным словам, которые в этот день прозвучали в адрес призывников, присоединились творческие коллективы города. Все годы жди, и я к тебе вернусь со злой войны. Не все мы умираем за отчий дом и за святую Русь. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».